Всем привет еще раз. Это как бы дополнение к предыдущему фильму по подвесам вопросик был. Уже решил, так сказать, эту тему чуть дальше развить. Значит, какие бывают подвесики вот. Ну что, вот это вот, скажем, мы видим, да? Открываю сейчас. Вот такая вот красота, да? Вот. Цепочка. Где можно вот при помощи карабинчика что-то тут, так сказать, видоизменять, если вам это нужно. Или опять же, вот эти вот можно немножко разобрать, так сказать, вещи и цепляться так, как вам надо. Больше, меньше, то есть регулировать вылет. Вот, вот такие вот есть варианты, да? Вот. Ну, это все вариации на тему, так сказать, песни о любви. Где-то там диаметр больше, где-то диаметр меньше. Вот это карабинчик, так сказать. Вообще всю вот эту линейку, вот эту вот, можно купить, так сказать, в любом магазине. У нас они называются винтики, всякие шпунтики, шурупчики и прочее. Я эту, опять же, еще раз, так сказать, спасибо Цату. Вот, ребята построили грамотный сайт. Здесь все, как говорится, по полочкам разложено. Я и в дальнейшем, в общем-то, так сказать, наверное, буду, если что-то освещать, то показывать, что вот у ребят есть. Что можно дополнить? Вот, я тут в свое время, так сказать, вот все вот эти вещи, S-образки, тут они, как говорится, видите, начиная от таких, что вот. В руке вот он держится как. Можно, конечно, и больше найти. Вот, куча всяких вот этих вот подвесиков. Вот. Стоят они там, в общем-то, копеечки. Вот. Стоят они копеечки. Вот эти вот вещи, это для того, чтобы цепи укорачивать. Такие замочки. Вот. Вот. Всяких таких карабинчиков тут можно. Вот это тоже для укоротитель цепей. Вот, можно все, что хочешь делать. Где-то не помню, когда-то мне вот пришлось вот такой себе сделать. Видно, да? Вот, и он тоже хорошо, очень классно отработал. Опять же, вот видим мы, какие колечки. Есть больше, есть меньше, но это как бы запас. Тоже вот я что-то делал, надо было мне куда-то я вешал, вставлял инструмент и работал. Вот, то есть, как бы, ну, поработал, повесил. Они тут места не перележат. Вот такие вот штучки, вот такие вот. Тоже, как вы видите, это на заре, так сказать, когда деревья были молодыми. Вот, сделал, ну и осталась она. Вот, такая же вариация, вот, на тему вот этого. Вот. Не помню, для чего уже я это делал. Вот, собственно, это просто другой размер. Так что не надо, так сказать, придерживаться каких-то общепринятых моментов. Вот, дерзайте, сочиняйте, изобретайте. Тем более, что вот этого всего вот можно накупить в любом магазине. Вот они, карабинчики всякие разные, тут целая пачка висит. И таких тут каких только нет. Вот. Вот. Можно из них там, допустим, вообще вот такие вот вещи делать. И не только такие. То есть не заморачивайтесь. Что-то пришло в голову, ага, вот так, попробовал, все. И глядишь, так сказать, удача улыбнулась. Ну и следующий вариант, это вот предыдущий фильм есть по поводу вот этих, вот, я уже показывал по поводу вот этих подвесиков, но опять же, ну вот смотрите, ребят, ну грубо 1000, 3000, 1700, 200, ну я не знаю как кому, вот, но для меня как бы, я считаю, что можно и сделать и самому вот такую вещь. Вот еще раз покажу этот подвесик самодельный, самопальный. Я им уже
очень давно пользуюсь. Вот он. И он, в принципе, в неизменном, так сказать, виде есть. Вот. Пару раз я тут как-то что-то пытался переставлять выше-ниже, а потом вот так поставил, и как вы его видите, в таком, так сказать, неизменном виде я им пользуюсь очень давно. Вот. Поехали дальше. Значит, подвесики еще какие бывают. Вот тоже сочинил я. Вот. Тоже ставится крючочек и работается. Вывернуть можно там вот этот узел и туда, и сюда, в зависимости от ваших потребностей. Вот. Что еще? Сейчас, секунду. Так, вот он тоже самое. Я не помню, куда-то я его вкладывал, вставлял. То же самое, ставил инструмент и им работал. То есть, вот так вот, не сидя, вот, сел и сиди. А надо думать, что можно, как говорится, сочинить или где-то подсмотреть. Это не важно. Самое главное, есть какая-то проблема, есть какой-то вопрос. Вот. Сейчас все продается везде. Вот. Все это можно купить. Вот. Две железки в кучу там сварить, согнуть, подточить, подпилить, дунул, плюнул. И все поехало. Вот. Всяких этих вот вещей сейчас в продаже много. Стоят они, ну, в общем-то, можно сказать, копейки. Вот. И когда заходишь в магазин, смотришь в магазин вот этих крепежей, там чего только нету. Вот, поэтому в плане подвесов все это можно, так сказать, с небольшими затратами труда, времени и денег, так сказать, все эти подвесики заделать. Вот. Вот такие вот вещи. Что касается вот таких вещей, вот вакуумных подвесов, то же самое, можно, так сказать, основную часть, сейчас открою, основную часть вот эту изготовить, сшить, да, вот. А вот эту вот вещь, естественно, ее проще купить, но у меня они есть и такие, и сякие, вот, на лампах есть, вот, допустим, у меня сейчас стоит, как бы, здесь, я не помню, либо 100, либо 120 диаметр, да, наверное, 100. Вот, сюда то же самое можно имплантировать, точно так же, как я на эту присосочку имплантировал локлайн вот этот. И сейчас у меня так, для моего удобства работы, вот с такой ногой у меня пистолет, мне так удобно, я очень часто его клею на машину или на деталь. Вот, и спокойно работаю. Так что не заморачивайтесь, сочиняйте, изобретайте. Еще один момент. Значит, там вот я показывал тоже. Вот, можно и тесенками такими, и вот такими вот зажимами, и такими, какими хочешь работать. Вот. Есть вот такие вот варианты, когда они вот так складываются, защипляются. Там один из вариантов этих показан. Вот это для фиксации детали на рабочем столе. Сейчас я вам покажу его. Если он тут есть. Да, вот он. Ремень. Вот такая вот штука. Вот. В автомагазинах в наших, в хозмагах вполне возможно встретить запросто такую вещь. Работает просто и надежно. Вот, собственно, наверное, и все. Вот такие крючочки я вам тоже показывал по аналогии. Вот, можете вы сами разработать, доработать все, что вам угодно, все, что вам в голову придет, лишь бы вам было удобно. Ну вот и все, наверное, по подвесам. Если что, какие-то вопросы, пишите, постараюсь ответить. Все, всем спасибо. ЦАТУ тоже спасибо. Хороший сайт. Тут вот у них все по полочкам разложено. Открыл, посмотрел, так сказать, и уже в курсе дела.